Опыт регионов интересен всегда. Сегодня в Барнауле начал свою работу 6-й съезд ортопедов и травматологов. Приехали специалисты из Смоленска, Новосибирска и Чебоксар. Среди гостей – главный военный госпиталь страны и Центральный институт травматологии и ортопедии. Очень сложно спланировать помощь больным с травмами, с ортопедическими заболеваниями одинаково во всех регионах, потому что регионы абсолютно все отличаются друг от друга и по размеру, и даже по особенностям патологии. Есть своя специфика в каждом регионе. Поэтому это нужно каким-то образом все консолидировать. Первая задача – вопросы организации. Например, проработка деталей оказания первой помощи населению. Должно быть это комфортным, удобным и безопасным как для больного, так и для самого врача. Конечно, это новые технологии, это новые имена в травматологии, ортопедии. Ну, конечно, это самое главное для нас. Съезд проходит в разных городах Сибирского федерального округа. Белокуриха, Омск, Горно-Алтайск. На этот раз Барнаул не был выбран случайно. Нашему федеральному центру травматологии и ортопедии 10 лет. И его главврач возглавляет федеральный съезд. Очень приятно, что наш специалист является главным специалистом Сибирского федерального округа. И мы в том числе задаем таким образом тон в Сибирском федеральном округе. И говорим о том, что наши достижения одни из лучших. Наш центр травматологии знают и ценят везде. Пациенты со всей России и даже из-за рубежа оставляют отзывы и благодарят. Министр отметил, что центр давно пример для других учреждений региона. И всем стоит перенять опыт общения и лечения больных. Анастасия Наборщикова. День с толком.